Рассмотрим стик для контурного макияжа и Castle Contour Duo Stick от The Sam. Быстро подкорректировать макияж поможет компактный стик для контурного макияжа. Давайте достанем его из картонной упаковки. Стик содержит две стороны. Одна часть для контуринга, а вторая с хайлайтером. Давайте нанесем каждый из оттенков на кожу. Первый оттенок для контурирования. Он поможет подчеркнуть естественную тень на лице. После нанесения оттенок необходимо растушевать. Вторая часть стика – это хайлайтер. Нанесем его на кожу. Благодаря этому оттенку можно подсветить необходимые участки на коже, такие как лоб, переносица и подбородок. У хайлайтера есть мелкие светоотражающие частички. Вес каждого продукта в стике 1,9 грамм. Стик для контурного макияжа содержит натуральные масла, березовый сок, косметическую основу и витамин Е.